общем-то, я снова неплохо еду. Рассвело. Но обратный путь, он легче в чем? В смысле, обратный. Хотелось бы, чтобы обратный путь был из Москвы сюда, а не отсюда в Москву. Но обратный путь чем легче? Блин, опять обратный путь. Короче, путь в Москву в том, что там в конце начинается свет. В смысле, фонари и так далее. И удобнее ехать в позднее время. Как раз там пробки рассасываются и свет. Поэтому вот я сейчас выехал на рассвете. Всю дорогу поеду по свету. И потом тоже будет свет. А если едешь из Москвы в Вишкарову, то тоже, конечно, лучше рано выезжать. Вот, ну, по крайней мере, в чем разница, что здесь въезжаешь во тьму и дороги не посыпают. Великий спуск, один из вот этих спусков перед уже поворотом на Москву. Вот это да. Вот это вам впечатление. Как он с него сыпется. Значит, тут какая-то значительная железная дорога, раз такие поезда ходят. Еле успел камеру выкрутить. Ладно, двигаемся. И думаем. В принципе, довольно нечастое явление на этом участке дороги. Обычно, когда я заезжал в Мариэл, вот там вот тут, ну, вот эта дорога гладкая, как Шайский тракт, так называется. Вот там всегда ночью был туман, почти всегда. А сейчас здесь.